Привет, у нас тут весеннее пожарище, горит луг, вот прямо под дорогой, вот такая вот картина. Зрелище, конечно, завораживающее. Ну, то есть, субъективно это воспринимается так, как будто горит земля. Такое, какое-то чарующее, абстрактное все это. А смысл в том, что крестьяне поджигают луг старый с сухой травой, она вся выгорает. Они считают, что это благоприятно сказывается на будущем урожае травы, сена. Якобы считаю, что это хорошо, но на самом деле я не знаю, как это все, но смысл в том, что вот горят луга, и смотреть на это с наветренной стороны, конечно, просто удивительно, просто реально удивительно.